меня патроны на пиндоске читать, если нужно. Да, там я магазин выбросил. Я случайно вас выбрал. Так. Так и сидим. Алло. Сейчас придумаем что-нибудь. Может, ивент сделаем? Ну вот, Женя. Жень, сделай ивент. На черном трейдере. Уже есть ивент. Убей админа, забери граник S50. Ага, ну можно? Там выдай нам нормальный лут, и это сделай ивент. Будем защищать черный трейдер. Кто нас выбьет, тот лут. У кого пиндоски читак? Ни у кого, я только магазины патроны находил, они его где-то выбросили, потому что там все для него было. Забежал, чел забежал, рядом. Да, забежал. Забежал? На нахуй. Красавчик. Пидорасы, захотели граник, вот и вам граник. У них мощненькие, кстати. Где они? О, прям перед вами. Ага, вот вижу. Нилон. Мосинка? А дай фугаску, пожалуйста. Вот Мосинка, она на стройке стреляет. Спасибо. Они неугомонные, я же говорю, они прут и прут, нахуй. Макмиллан нормальный? Нет. Он на 408? Нет. Нет. Вас много, я быстренько сейчас в туалет схожу. А чё этот армалайт не продаете? Да пусть будет. Прибил, кто захочет, тот возьмет. Ну ладно. Сдохнем по-любому. На нахуй. Это я. Сейчас я продам армалайт. Читак тоже. Армалайт тоже. И сидим там с граниками. Граненькими. Можно прям так, у нас нормально лута ивент сделать. Ну, Жень, давай, ивентолог. Верим в себя. Сделаешь ивент? Я админ, а не ивентолог. Да и тут ивентологов на сервере нету. Тут все админ. Вот там по кому ты ебать там? А чтобы не забежали. А-а-а. Сейчас я отойду. Минуту приду сейчас. Здорово, каком сервере, говорит. Салам, салам. Киза Mortal Days, Кинао. А Кинао, ты же знаешь, блядь, этот проект, что ты спрашиваешь? Я тебя покормлю, прости меня. Я живу. Руки вверх. Да, нахуй. Я забавился, я перезахожу. Я там убил кого-то с граника. На стройке типа.
О. Так, а стройка на S находится, да? На S. Я хит по кому-то дал. Хит дал. Ой. Я с граника хит дал. Кто там? А кто это Барретт притащил сюда? А? Дай. Он с трупов. Молчу. Ништяк. А сколько фугаски стоят? 150 тысяч. Есть кого деньги? У меня там просто было 15 фугасок. Это маловато, мне кажется. Ну у кого вообще денег нет? У меня есть нет. Чатина. Фугасок чуть-чуть. И ремонт для чистки оружия. Его здесь нету. Нету? Так, фугаски. Да. Ну и все тогда, если нет для чистки оружия. Набор. От я, если что. Фугаски купил. На кому фугаск? Сейчас подойду к тебе. Там вертолет у нас рядом. А то высадился. Вот, спасибо большое. Иви, а как ты King of the Hill сделал? Я добавил, ну, как ты, я имею в виду, как ты настроил King of the Hill? То есть там какой там лут, например? Там заходишь, King of the Hill, профайл, там именно лут, weapons, одежду там прописываешь и все. А. Опять я. Пугаю. Так, стройка, я стройку найти не могу. Патронов много, что ли? Да. Фугаси, мне кажется, люди. Потом, да, падает, стреляешь вверх, когда потом. Вот, смотри, вон там тип, да. Обстрел. Ты в диспуте пострелял? Ну, не знаю, я там куда-то стрелял, блядь. Я думал, как ты убил Гранька. Колгази люди, 100%. О, бегут. Они тихо. Не могут добежать сюда. Мне кажется, кто-то бегал рядом. О, это по нам, это по нам. Да. А, это не да, было? Да, это по нам. Это с леса на 300, с леса на 300. С леса, да? Да. Контрольте именно входы вот эти вот все. Кто-то будет, скажите, я просто фугаской туда закину нахуй и все.
А в лесу никого не вижу. А не, за песочницу. Убери метку, брат. Ой, вот это по мне. А я знаю теперь, где они. Где? Они со стороны Вавилова. Прям с поля по мне стреляли сейчас. Все, сидим на базе теперь. Если что, я его кушать ушел. Пули пизды получил, конечно. Женя, ты где? Я стою. Ты внутри или да, где? Да, да. В этом, да? На черном? Да, я его прямо за двери. Мне к тебе поджаться или нормально сидеть? Контроль, входы. Говори мне про входы просто, если кто-то там будет пикать плечиком, блять, я фугас куда-то захуярю. Они 126 метров были, они явно сейчас уже да. Я боюсь, брат, я зайду пизду нахуй. Не-не-не-не, не бойся, не бойся. Стой. А? Стой там дальше. Да я сейчас одного убью, меня убьют, но. Ну я разменяю, блядь, ты чё? Ты одного убьёшь, тебя убьют, я сразу минус 4 нахуй. Слева и справа с двух сторон чип придут. Пусть приходят. Вот это Крейзи слева убивал. Он очень. О, тихо, 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 тихо. Желтухи. Желтухи бегают. Заходит справа. У меня прям. У меня прям ровно. Нахуя меня убьешь же, блядь? Не убьет, не убьет, ты за стенкой, ты за стенкой. Стой там дальше. Он отлетел. Да я в курсе, он отлетел, ебать. Я слышал, да. Я он там улетел нахуй на орбиту, ебать. Он скажет, ты заранее, сука, знал, где я шел, прикинь. Он так подумает. Тихо. Слева, походу, забегают. Слышишь, справа вот у тебя дальний вход. Нет, опять прямо, опять прямо. Опять прямо. Попал по нему. Еще. Убил. Красавчик. Я слышал. Жопой прямо отхожу, жопой чую, вижу, что попадает. У меня все, у меня 6 фугасок осталось. Нахуй ты тогда ты в лес стрелял, блядь? Я попадал. Нет, ты же вверх вообще куда попал? Ну нет, я никуда попал, я стрелял, где выстрелы были. Че мне его запушить этот? Не-не-не-не-не-не. Там они с ганами, они с ганами, да. Там аллигатор есть. Может взять, брат? И потом продадим все фугаски. Если аллигатор быстро поднимешь. Сзади у тебя аллигатор. Быстро, только аллигатор хватай. Я разлутку нашел, я читак нашел. Только аллигатор надо. Они его на желтом ползают. Тебя убить могут со стройки, Аслан. Я фугаски нашел еще у него. Отлично. Ты на мину набежал. Блядь, овца, сука. Брат, бери, там фугаски есть.
Я сейчас прибегу. А Фугацки же вместе с трупом взрывается. Не должно, я броники был. Нет, да нет, я нет, сам, нет. Который, блядь, положил нахуй, сам на нее же наступил. Долбоёб, блядь. Я бегу, бля, Женя, не умирай. Это китайцы, да, злые, да, да, сильные. Сейчас, АМД, принеси мне с трупа Аслан, граник и аллигатор, схвати с него. Какой граник там? Там фугаски. Ой, фугаски там, на граник. Фугаски возьми, аллигатор. Бард, забери мой револьвер. Ну того не успеете, мы ебало набит. Ну, на нахуй. Сказал же. Ты можешь сам, Женя, залутаешь? Боюсь. Ну с ПКПшки там. А как я, сука, боялся. Не бойся, блядь. Ну это я тебя прикрываю, меня-то сейчас кто прикроет? Бог, блядь. Под божьей верой, нахуй, мне бегать тут. А ты чё, атеист, что ли? Да. Пиздец, ебать. Собаки благодарны своему хозяину, а ты-то даже Богу не благодарен. Я благодарен своей матери. Ну, кто дал тебе такую хорошую мать? Другая, её мама. Они где, нигде там, где-то Уругвай, Пуругвай родился бы сейчас, сука, бычки собирал бы, блядь. Судьба же твоя. Бог тебе тихо хорошую судьбу дал. И, Мажан. Маган, шамал, анаяқтан, ет так бір сен, жан. Ашы ола берсін, е? Е, алдында, манаг. Салп-салп берсен, тарелкеге жетет. Я бегу. Тебе жёлтый оббегать надо, понял? Они в жёлтом, да, внутри? Да. Ага, значит, мне со стороны колгаза надо забегать. Минус 2. А и лучший. Я убил тех, которые в желтом были. Да? Тогда я похуй через желтый бегу. Тут еще есть. Иви, а где ты купил этот мод, который делает? Братан, бля, давай я играю, я не знаю, блядь. Ну давай поиграем, брат, я не админ, ебать. А? Давай кайфанем, поиграем, нахуй, ебать. А тем более, в прямом эфире я же не буду тебе за моды объяснять, брат. Понял. 10 человек смотрит нас, нахуй. Мы будем с тобой сейчас, блядь, за моды здесь, нахуй, общаться. Они-то не поймут. А надо общаться о том, блядь, о чем они понимают. ПВП, все ПВП. Не обессуй, если огорчил. Понял. Так долго я бегу, что то неге олай сөйлесің сен? Оңбаған деп қуасың ба? Плюсики бегу, похер мне. Я сейчас приду. Бежим. Мой труп никто не лутал, да? Нет, я смогу себе залутать. Да. Тут еще рядом с тобой до трупа новых. Смоченьки. Да, это настройки. Ёпта вашу мать. Нет, это не Мало, это другой чел. Ему, кстати, мут надо выдать. Марк, это другой чел? Да. Забегает в эту песочницу. Ага, понял. Котик к тебе бежит. Котик умер. Нет, с этой стороны бежит, брат. Вот с этой стороны. Котик умер. Вот отсюда, вот забегает. Тихо. Стреляй, похуй, стреляй. Я его залутаю. Ай, лучший. А ты соска, блядь. Нет, тут еще он думает, опять были. Ты. Это я. Он опять скажет, что ты заранее знал, нахуй.
вот это занесу потом еще раз. Так, на фугаски, брат. Вот этот на продажу. Это мне. Че за хуйня? Короче, еще. Вон там труп новый. И вот здесь. Че, я лутаю? Да. Под вами тип. А? Под вами тип бегает. Вон еще, вон еще труп, вон еще труп. Под нами тип, говорит, охуел что ли, иди? Ну я не боюсь. Ну только что тип типа убил под вами где-то. Алло. Да, мы поняли. С ППШ. По мне. Да, я вижу, где он метку дал. Он прям под вами еще один. Там 200 метров себя убили, блядь, от тебя. А я от 800 был. Я сейчас продамся, брат, фугасики куплю тебе. Давай, давай. Так, инвентарь. Это продаем. Эй, охуел, что 12 тысяч? Продать. Продать. А, их надо спустить. АФК граник максимум для вас. Ну, типа, если у меня это на базе есть, нахуй мне это хранить. Так, гранат. У меня. Еще 6, брат, держи. На, еще вот это можешь подать. Давай. Он возьми 6 грани. Я на продажу. Марк, это он? Вот он говорит, Дамир, ебать, это малой нахуй. Где другой ник, другой ник. У них другой ник. Ну это Марк был малой, его убили. Не, я не в игре. Я о, Лоли, ебать, тут еще бегает. Он писал Тимназас просто, сейчас сразу китайца отозвали. Так. Гранаты. Показалось. И нахуй завязы показалось. Я, блядь, здесь фугасика тебе таскаю, ты. Да я аж один потратил, а не все, блядь, заряды. А. Где еще? Не знаю. На мне тип. Ну это у вас 800 метров. Ну на мне тип. Спай! Убил его. У меня в ухо дал с чего-то, не знаю. Блять. Да ебать, у тебя там хп нет, ничего отнялось, блять. Нет, вообще не отнялось. Я же говорил, блять, не показалось в итоге нахуй. Да он там с хуйней, блядь, он с хуйней кепочный. Я знаю, я хочу мину поставить. Ты, блядь, минер нах. Опять на своих же взорвешься, блядь. Что-то будет или нет? На куй. Ты без пати, зачем ты к нам заходишь? Нет. Да возьми, ебать, малую. Ник, скажи, брат. Ник, скажи. Я только захожу.
А, ты даже в игру только заходишь, блядь. Рэнни, а чё он тебе сделал-то? Кто? Ничего не сделал, он просто не любит детей. На мне тип с аэркой. Да похуй. Меня целит. Сай, достоин. Во? Чё сказал сейчас? На меня тип бежит. Я от вас уже 100 метров. Я сейчас к вам его приведу. Приведи. Один в лесу метку дал. Убьешь? Сможешь с этого? Не. Мы выходить не будем. А желтка же видно. Я ж не в желтке. А кто в желтке? А в желтке кот умер. Вот это по мне уже. Нет, это не он. Я сбежал. Эти брони. Я с ПКП. Так, из пати выйди. Броника нету, вроде. Ты у тебя в пати, ты его. Да я залутал. 6B23. Я пойду. Стреляться. Тебе КСВК дать? Да не, я продам. Продавай. А. Я продаю этому, блядь, сука, спиногрызу таскаю, фугасики, нал. Да ладно, у меня есть ПКПшка. А он килы набивает просто. На мне. Не вредь, я еще ни разу не убил. А, вижу, метку дал. Ладно, у него все равно не убить. А ты кто? ФДЖ? Это малой? Ты добавил? Здесь да, метр. Да. А, еще 5 и вот 6. Повысьте, пожалуйста. Повысьте, пожалуйста. Чтобы он с пати не удалился. А улица МД, стой, слышишь? Цезарь плюс просто валяется. Цезарь плюс мой я не успел взять, брат. А, ну ладно. Себе возьми. Да себе я выбросил. Возьми. Бери, бери. Забирай, забирай в себя, забирай. Я сейчас все тогда принесу, пока я ему побегу. Пока я вон там побегу? Еще, вон там трупы ты долутал, Слан. Там, вон там трупы ты долутал. Так, связи. Аслан, ты где? На втором, кушаю. А, я все это... Возьми себе. Да я все равно сейчас хочу на улицу выйти, просто нахудать там, постреляться. Забегают. Где? Где-то. Убил его. Вы, блядь. Нас пробивает? Да. Да. Всё, несу обратно. Сметанка, это же русский пацан. Угу. Он один пришел, видимо. А, ну там люнксы типа, там уже люнксы типа. Можно я его заберу? Забирай. Киви, балетки посмотри какие. А? Смотри балетки какие. Это мои? А твои? Ты что, педик что ли? Люникс там лежит.
Он продаваться стал. Все, я все золото буду внутрь заносить. Чапари, что видел? Вот там. Ты мне броник, пожалуйста, продай. Так у тебя вот второй броник, тир броник. Аслан. Она повреждена, брат. Ага. Так вот, на тебя нетронутый. Я скинул. Это... Это тактикал, это на спауне дается, у него нету брони, на боёб. А, не знал. Бабки. Ну, сейчас тогда поищу броник. А я думаю, чё я так быстро выпил с ПКМа? А ППШ на каких? Не на каких. ППШ на девятка, она режет пиздец просто. Я пойду с ППШ. Мажан. Одного не попал. Попал? Не, не попал ни одного. Там в лесу бегает. Куда ты попадешь с ППШ? Так. Хелтек Суб 2000. На каких? На 9 на 19. Нормально, режет, да? Да, она пиздец режет, она бронебойная. А вот тут человюдь. Вижу человюдя. Где? Вот, на вышке стоит АФК. Просто АФК. Тихо, тихо, под... не стреляй, подожди, я сам, отойди. Дай, 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 дай. Да я к нему это за... Ладно, меня с другой стороны убили. Там, там один на вышке АФК стоит. Вот, сейчас умрете, я ваш... Вы же ваши трупы не залутаете. Да из печенега специально вышел. Аслан. Вы сейчас умрете там, и вас лутают. А что делать, брат? Так они же сами к нам прибегают. Ну так и уже неинтересно становится. А когда... это не труп, бля, не чел стоит, это рюкзак а, какой-то это рюкзак? Стоит. Пиздец, а за ним побежал как будто за челом. Угу. Ну реально похоже же. Да, я два раза въебал, пора знать. Я сейчас прыгаю. Здесь броня даже есть. Зачем мне малое? Мне неприемлемо таскать гелики. А где броник было? Читак. Читак, читак. Ай, не писал. Я походи продам хегрид, куплю нахуй. У нас этих хегридов на базе, блядь, хоть жопой жуй. У меня, кстати, еще даже не все броники восстановил, блядь. Хотя бы бочку с револьверами восстановил. Патроны. Ганы. Мне нужно. Я просто устал восстанавливать, понял, Аслан? Это пиздец. О, полетело. Давай. Бам-бам-бам-бам! Перелет, брат. Да-да-да. Что-то перелетело, нахуй. У них там, у китайцев этих... Ой, блядь. Из склада Киев. Ой, ебать, по нам? Да. Откуда? Сдалека, я отхожу оттуда. Зачем, боишься? Ну он прям туда мне закидывал, внутрь. Боишься?
вообще, сука, да? Бля, 700 тысяч нету у меня. Че, я дальше где-нибудь? Есть деньги, дай мне. О! На, ебать, 70 тысяч, на, 70 тысяч. Давай. Малой, тебя убили, что ли? Да, его убили. Да, с Гранника. Спасибо. Он напротив стреляет, брат, прям в упор, в ход стреляет. Ну-ка, я тебе так попаду туда, да? Если да, он будет входить, попадешь. Мне главное, что фугаска просто ничего не зацепила, понимаешь? Я не понимаю, как тут выставить так, чтобы я попал. Ну, прицел поставить, понял? Тут фугаска очень сильно падает. Mm-hmm. Он быстро. Да не стоит. Ну вот так вроде. Ой, ладно, лучше с АС-50, да, постою. Нихуя себе, ебай, бомбардировка, блядь. А не, я лучше. А не, рано или поздно у нас деньги и фугаски закончатся, и нас запушат просто. Не трать так сильно. Ну, у меня патронов тут, например, на АС-50 да хуя еще, блядь, и патронов на граник. У них там тоже, ебать, походу, сейчас патроны закончатся. У них первее закончится. Бля, еще где-то мне чуть-чуть. Да пошли вы нахуй. Малышаеды ебаные. Тебя со стройки убили. Во. Все. Где эти гранаты? Магазины. Амуниция, оптика. А вы кого-то убили? Нет. Если что, отрезать тебя победить. Тихо. Кто-то поднимается. Заходит. Дыхание задерживает. Он и себя убил. Долбоёб, он и меня убил. Кто это, Крейзи? Да. Овца ебан. Забери у него граник, братан. Опасно. Тут ещё могут быть. Да похуй, спустись, ебало набьёшь там, блядь. Не ссы, забери граник, говорю, у него. Я заспавню, сейчас побегу. А, у него только граник был. Да, долбоёб, блядь. Мышаед ебаный. Вот аж мультик, хорошо, есть телефон. Да у хай. Него он сильно поврежденный. Продай её. Да он там 1017 будет стоить максимум. А хочешь, мне же? Блядь, я только все, говорит, хотел купить хуй там. Так купишь, чё? Деньги же у тебя не пропали. А где остальные у нас пацаны? Бля, вообще что-то мало. Нет, там дядя Женя живой еще. Ну все, дядя Женя, блядь, настолько старый, нахуй. Ну ему 8 лет. Ты для него дядя Женя, думаю. Ну да, я на 10 лет его старше, блядь. Ну ебать, ты чё в дуб ебался, ну дядя. А я для себя такие. Пиздюк. Козявка мелкая, блядь. Понял. Слав, я тут тебе деньги сложил, теперь у тебя хватает на этот, на хекзри.
Этот Крейзи, он неугомонный, я тебе отвечаю. Он вот столько стрим идет, он столько сосет. Он и прет, и прет. Я тебя раскидал тут и сейчас. Он сколько раз умирал, он похуй прет и прет. Он постоянно там вздыхает на черном. Будь здорова, как корова. АМД, у тебя что, вылетело? Меня не забудь. Кто? У АМД вылетело, походу, да? Mm-hmm. Тебя вылетело АМД или ты вышел просто? Mm-hmm. Меня вылетело. Меня вылетело, я зайду так чуть попозже. Ну как чуть попозже? Минут через 5. Я сейчас хочу классное имя прописать. На трейдера. О, бежит мой абу-бандит, блядь. У меня тоже граник, правда, поношенный теперь. 50 МГ будет, Феликси. Женя. Да, поделишься 50 МГ? Чуть-чуть отсыплю. Чуть-чуть отсыплю. А броник будет? А, броник, да. Должен быть во мне. Че я сейчас на Атланте разыгрался? Паша каждый раз сейчас заработался. Паша пачку чёрного раскинул. Будет хилка, если что? В сторону палатки бежит один. Прямо у меня рядом. У меня рядом прям на стройке стреляют. Мне забегать? Да. Ну да, я так себя убью. Есть кто-нибудь? Сразу нет, я всех убил, тут все нормально. Твой труп с твоими деньгами, со всем твоим вот здесь. Вот, вот. Кто-то открыл дверь. Это я. На свою позицию вернулся. А где Цезарь плюс мой, кто крысанул, сука? Ты, да, Женя? Нет, а я не играю, у меня нет Цезаря. Я не забирал. С выхлопом убил. А, вот подойдет, да. Главный ты какой-то. Пусть валяется. Хегрид взял. Так, инвентарь, что еще здесь продать? Вот это нахуй не нужно. А что у меня? Два ревики, что ли? Блять, жадный. Строй лут не хотел мне давать. Пришлось его убить. А чё, у него пипец вообще сильно повреждён. Так. Да. Ой. А я тебе игру, он вообще больной, брат. Вот, я убил, у него армалайт. Да? Он неугомонный вообще. Он на меня посмотрел, у него зафризило, ебать. Во мне лута видно, хуя. Нет, с 300-ка чей-то-ка.
Давай я напротив сяду. Он где был? Он прямо вот, забегал? Вот он, вот он. А, он возле двери прям забегал? Да. Он на меня посмотрел, у него залагало, прогружался я его. Я уже, у него не за дверью стою, уже рядом, прям перед ним, блядь. Если я с Граника буду стрелять, я и тебя зацеплю, да? Да. Хотя если я вот так вот за дверью буду стоять, не зацепишь. А меня кто-то удал или нет? Тебя никто не удал. Их мало. Уебать, 47 онлайна нахуй. Нихуя себе, ебать. Ну и все прут сюда. Опа. Вот с этого стрелял. Я боюсь, что это, знаешь, зарелогается, блять, в этом. В черном, блять. Бывают же такие долбоебы, которые релогают здесь. Там мина твоя, не знаю. А, я, мы ее раздефли, твою мину. Все, у меня оружие не работает, брат. Заклинило или заруинилось? Сильно поврежден, но я делаю эрник. Зажми, зажми, у тебя он заклинил. Зажимаю. Ты забагался, может. Оружие сменить можешь? Да. А граник просто не работает. Еще я пополню. Дальше меня. Они все в колгас бегают. Опа, один бежит. Полицайку бегают, что ли, один? Нет, топик, вот, у меня топик. Вот. О, сзади стрельнул меня. Чё, прикурил, Аслан, ебать? Да. Клан топик, клан чип бежит. Пусть бежит, ебать. Со стороны Вавилова слез.
Я хотел аккуратненько побежать, а не получилось. Долго, блин. А выбор же будет ближе? Нет. На белого или Гришин? Да я ничего Гришин не стану. Отходи. Его убили, походу. Его убили точно? Да, походу, да. Ну, быстро прям туда прилетел с Мосеньки. Ну-ка, иду. Опа, что-то у меня пролагивал, брат. Угу. Да, он мертв. Сколько метров его убили? Со стройки убили. А не, выбор ближе, 1.9. У меня армалайт был. Ну, 300 тысяч. У меня еще один армалайт. С выбора 1.9 бежать, давай. Ближе, чем 2.1. О. Слышу мух. Нас где-то рядом. Меня убили там чел. С другой стороны, прям передо мной. Убиваю его. Все, ребята, хорош. Тут вот. Все. А чё ты, блядь, спал, что ли, долбоёб? Нет, я чекал спину на альте. Я просто даже не слышал его банально. Ты выбор стал? Да. На базе попытаешь? Нет. Хорош! С машинкой? Блядь, сейчас, сука, заряжался, брат, нас за... Сука, нас запушит. Я его убил, бы я заряжался, стоял, прикинь. А с машинкой? Сука... Вы собрались в выбор, пошли к нам на базу, Аслан. Давай. Машинка. Занят. Синь телефоном, да, не гусь телефон, да. Женя. Да и чё армалитка? Армалитка на чёрном, малой, беги на чёрном. А там чё уже? Да, мы тоже прибежим сейчас туда. Блядь, ну зачем мне 3 патрона было же? Ну зачем я заряжался? Ну тайминг хули, откуда я знаю? Я же не Ванга, сука, блядь. Чем я охмалить? Ты тоже глупо пизды получил, блядь. Ну да. Если что, возьмёте меня арму. Да-да, беги на чёрный, там вся арма, братиш. Ну я охмалить пизды хочу, если я сильно охмалить. Аня, машинку захватить, а кто меня убил? Китаец. Джою или какой-то такой ник, честно. Это болел китаец. Там он золотой аллигатор. А на чёрном чате? Один, сможешь ты его убить? Беги. Залутаешься, убьёшь.
Значит, если что, мы всем и двое. А вы что, вот эту базу забрали у них? Да. Да, и я купил сюда админ застройку. А этот на звери что? На звери я удалил. Нихуя себе, бардак здесь написано. Да. А как зарейдили эту базу? Ну, в АФК мы ее зарейдили. А они не защищались даже? Нет. Тут большинство дверей открыто было. Вон, видишь, справа там Новый год у нас. Вот тут, короче, патроны в центре, понял? Вот здесь оружие. Вот тут вот броники. Вот в сухарках тут броники лежат. Нихуя красиво. Вот. А ты чё, оружие думаешь? Здесь? Оружие, да, здесь. Тут все. Тут типа Цезарь, Армалайт, вот тут лежат. А чё они без магазина? У нас нету их. Я ж устанавливал, ну, не так, чтобы, ебать, все заряженное сразу. То есть не было такого. Чё, мне граник брать? Бери граник, да, пойдем. У нас тут вот паханка есть. А, паханка у лидеров, да? Да. Тут типа вот граники, барреты всякие валяются. Слышите? Алло. Сейчас, малой, мы придем, тебя оденем, обуем. Так. Все, пойдем. На туре? О, салам, Илюха, салам, родной. Беспорядка нету, кроме моей комнаты. Давай. Да, брат, вчера ночью приехал в 12 где-то. Я машину смотрю, мне там 5000 км, короче, проехал. И вот 12 приехал, лег спать. 8 часов спал, нормально, выспался. Тишину можно, пожалуйста. Днем дела сделал дома. Включил. Багатка, тишину. Ну беги все туда тогда. Там все, я здесь. Он вроде бы взял зигранька шот. Я типа вот эти 2000 ослан. Которые на настройку. Я хотел себе типа, чтоб ты забрал их как-то за С. Там еще тебе вроде кушаном. Почему? Что почему? Ну как я за сет заберу, если ты админ стойку брал? Да. Ну бля, сейчас, короче, разберемся потом. Я тебя верну обязательно. Да идите что. Да. Слышите? Здорово, парни. Салам. Че, как, Илюх? Да, нормально. А вы этот разыграли на 14 дней топ-1, топ-2? Нет, нет, я не могу обнулять. Я вот хотел это сделать. Зачем обнулять? Вам разыграть, я же обнулю ее. А. Просто вы отдали все этот и написали нет, мне все киви, я обнуляю, я обнулю. У меня скриншоты есть. Надо будет раздать тогда. Да, первое, второе место ты напишешь. Там еще один с багатом, там еще на участках есть. Мне бы только это, разгрузиться бы. Вчера с китайцев в бар отвели. А для меня что-то будет у вас башатом? Ну, на базе у нас разгружаешься, слышишь? Да
Так я паролей-то не знаю, ём. В смысле ты паролей не знаешь? Ну, в прямом. Теперь знаешь? Угу. Вчера нормально китайцев так повырубали. Но мы сейчас тоже на черном ебашимся ими. Да, блядь, глупо ебанулись все-таки. Нормальный клан соберем пачку вообще, нахуй, чтоб конкретно с китайцем, с двух кланами будем биться, нахуй. Вась, если мне купят еще один аккаунт, я буду с вами сразу играть. Если купят. Это будет еще больше. А ты админстройку кому платил, Жень? Я через сайт, через сайт. А для меня что-то будет? Нет. Там еще чип с багом там. Если что, может забрать багом? Черный граник, это не наше. Угу. У нас пустынные. Они... Он умер с гранником, видел? Да? Да, он умер с гранником. На черном. Суициднулся. Угу. Ну, типа убил и себя взорвал. Да, гранник ошибок не прощает. У тебя тоже черный. Тут еще вертолет где-то в кустах, который не валяется. А, вон он. Где-то спереди, брат. Где колгас, кажется. Ну они там, да, на стройке хуярятся. Че, через колгас пойдем? Думаешь, хорошая идея? Ну бля, может мы заберем, можем пизды получить. На черном типа есть, типа. Вот. И ты куда, на черный хочешь? Я бы лучше на черный. Потому что я хочу с желтого на крышу черного спрыгнуть. И оттуда я уже всех разъебу. Вон кипарь бежит. Голый вообще полностью. Не убивай его, не убивай его. Почему не убивать, брат? Он может что-то лутат идет. Я иду туда. Не, он не лутает. Я сегодня играл с чуваками. Я убиваю на 2 дебанка. По нам. Угу. Сзади. Я иду лутать его, брат. Что здесь? Можно его разлутаем на данный момент? Он не один явно. Где он был, брат? А, еще один! У меня! Убил! Да беги, блядь, малой, не мешай натуре, ебать. Беги к нам, лутай нахуй, кого хочешь. Они с базы бегут, брат. Угу. Они чисто армалайт, и как мы, просто взяли по 5-6 патронов. По кому? Здесь чуби. Кипарик пробежал отсюда. Сейчас
справа откуда-то. Пошли отсюда, блядь. Вот зачем ты стрелял? У нас он слева, типы. Вижу. Где метка? Убил двоих у тебя в лесу. Всех убили. Мне Цезарь плюс заруинили нахуй. Лутай его. Я умер, мы умерли. Блять, я сам его убил я? Не убил, брат? Блять, одного кипаря убили, ебать, сука, на нас, да, залетело? Где спавнимся? Ну я ловил его. Я буду. Давай, он граник схватил. Я его не убил, что ли? Нет. Я сам себя убил? Нет, он тебя убил и все. А, он граника, да, меня убил тоже? Не знаю. Да. Граник да, был. Да, с граника. Ну там, блядь, с мелкором бегал, блядь, он боебен. Вот, бежит лесу, один, да. Сука, мышает. Долбоябы, блядь. Ебать их сколько, вот раз, два, три. Да их по 10 человек играет, блядь. Ебанутые, блядь. Сука. Одного убили, второго убили, третьего нет, бегут и бегут, сука. Киньте пати, чтоб не перестреляться. А ты где? АСД, АСД. Я сейчас в этом Гришине. Ловил его или выбор спавнись? А ты тебе трупы слутал, Аслан? Угу. И потом сам сдох там. Малой, говори по делу, не надо всякие вот эти твои ереси и сказки говорить, хорошо? Говори по делу. Спортик опять зашел. Он играл, дает, потом походу отдыхать ушел. Там гилик бегает, блядь. С аллигатором зеленым. На нашем трупе? Да. Он не услышал меня, мимо пробежал, блядь, долбоебина. Слышал? Да. Мо. С Баратом бегает Илюх. Да, вчера с китайцев выбили. Блядь, да один с ганом, полный ган, вот бежит. Вот. Забегает к тебе, брат. Связи, вот он. Вот он, вот сюда пошел. Вот. Если ты убьешь, он с сумкой с оружиями, брат. Да мне не с чего его убивать. А, ты что, у тебя нету гана, да? Это не все всосали, ебать. Это он есть, кто который сосал. Ну так какие вари с тремя патронами есть, блядь. А ну попробуй его убить, в голову ему стрелиться. Он сзади меня прям. Голову ему сейчас и убьешь его. Живи, Аслан. Я бегу к тебе.
У тебя есть ган? У меня только киварина с тремя патронами. А сможешь ты его? Бля, у него броник, брат. Да, я понимаю, что у него броник. Я ему в голову надо. Тогда не надо. Не, давай в голову я его ёбну. Сможешь? Он ганы скинул, ганы скинул. Вон ганы лежат. Чё? Где? Вон, на метке. Типа, ждите, кто уйдет теперь, чё? Блять, ну передо мной, сука, питер, блядь. Шиновку сделай для ганов. Ну забей, их тут двое вообще. Тебя тоже убили? Да, смогу ган взять, убью. Если попрыгну. Блять, меня убили тоже. Вижу, убираю двое. Трое. И одного, минус. Минус один его дали. Не, извините, такое. По поле бегут. Надеюсь, главное там еще лежат. Ты на базу? Ну а че он не убил? Сажем на них бегали. Можно я чарм? Как там машинку? Двойник. На своей базе лут неси. Иди у своей базы, да, на своей базе бери, бать. Давай ближе, пожалуйста. Никто виноват, что вы далеко строитесь. У меня вообще сам идея была, знаешь, куда базу поставить? Да. Помнишь, где вот у тройки у китайцев была база над ВМС-кой? Вон там, ебать, прикинь. На выборе спавнитесь? Куда дальше? Туда, ебать. Вова, не даст, кто это? Это мухомор. Который плюс 33. Который плюс 33. А, все, 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 все. Заходишь, Вова? Я уже зашел. Давай, бля, помощь нужна, братан. Здесь нас пиздец. Ну, мы так-то их ебем, но просто у нас мало, нахуй. Их 50. Вот сейчас Илюха, 5. Илюха, ты, я, Женя. Потом, кочерга, ты здесь? Да. Будешь играть? Да, уже зашел. Давай. На выборе. И пойдем этих китайцев выпушим, нахуй, сука, гандонов. Еще оборотку возьму, вас кидаю. А мне к вам бежать? Да. На выборе бежать. Не можешь к нам, я к пацанам бегу. Видал, что слева нам стоит у нас? Вова, этот, Вова, Адидас с нами тоже на базе живет? Да, да. Все, все. Слышишь, Холс? Пооткрывай, позакрывай двери вот эти, блядцы. Ну погоди, я одеваюсь, ебать. Бля, пиздец, вот эту воротину слышишь, снести нам, нахуй. За нее вообще никто не проезжает. Ладно. Я подумаю. Поставь ее лучше. Бля, возьми просто, знаешь, что сделай? Че? Короче, вот эту дверь, которая мешает. И вот перед ней еще дверь будет, вот их две снеси и просто вот сюда в кишки поставь. Они здесь в кишке неплохо будут стоять. Если это пиздец, раптор даже проехал. Давай, Холс, я жду тебя пока что.
Мне щегрит мосинку и возьми все, 10 патронов хватает. На мосинку 10 патронов хватает. Ебать, тише, 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 тише. Где ты, Абу, бандит наш, блядь? Я бегу, брат, возьми просто Хегрид и мосик возьми. Все, выбегай. Ты видел, что я тут слева построил от входа в базу, алло? Мухомор. Иди сюда. Да, ебай. Как тебе, мы? Пароль такой же. А мы еще сверху чисто вертолетная площадка. Чтобы мы миллион себе могли ставить машин, вертиков. Погоди, там не все ведь пришли. Я, что? А давай, выходим, выходим. Сделай вес охраны. Че, через колгаз будем заходить? Надо тебя, долбоебов, убить. Наверное, через колгаз. А в раптор назад можно сесть? Да. Стой. Да. Дай сесть. Отдайте арену. На. Я вроде помню, то что здесь урона от падения не было. Нет, убрал нет. Это? А я вчера с базы упал. А. Нет, машина понятно. Ты же не тот мосинку взял, ебать, это почему? Ванильная же нахуй. Схуяли, откуда у нас ванильная, ты чё? Да стрельни, стрельни с неё, вот стрельни. Да они и стрелять не заряжает она, нахуй. Ёбаный рот. Гонишь, что ли? Это ванильная. Кто ее взял, блядь? Вы что, ебанутые нахуй в стойку с мосинками положили, блядь? Обоебы, блядь. Импа. Нормально ванильный мосинка, чисто прикольно. Кто-то поменял, блядь. Ну, равноценная, блин. Найдите мне такого торгаша, который обычные мосинки будет менять на такие. Слушай, наоборот. С ванильных на такие. Сказал, кто будет менять ванильные на такие. Слышишь, Киви? А поставь это, Adidas сет. Ну, идите сюда, куда ты уехал, блять, подятел? Который был, да, помню. Я не уехал, Киви. Mm-hmm. Вот мне кажется, такой по нему сейчас скучились. Я в этот положил. Да ладно, на. Как все долго. Я тут.
Чё мы пешком не пошли, пацаны? Зачем едем? Нахуй нам пешком идти, у нас столько тех. Они вот перед нами прям. Ну, время экономим. Не знаю. Вон в тот лес заезжай прям и останавливайся, слышишь? Вон в тот. Влево. Рыбки покушал. Пизда, дай текстура. Раптор шьется с этого, с 50 БМГ. Со всего он да. Со всего. Ну ты забора не видишь или ты на приколе? Ты платный раптор купил? Я у тебя ехал нормально. Бери метку. Че, они в лесу в этом? Дальше, в зеленом. Мясо, но и гранатомётик. Ну, у меня был он тоже, еще в итоге 2 кило всего вот сделал. Вот слышите, где выстрел? Прицелы. По кому? Вот почему молчите вы нахуй? Да я мискликнул, сука. Че ты, блядь, я не знаю, как истеричка ебаная, блядь. На чем ты там? Что вчера ты сидел, что-то, блядь, агрился на хуй. Сегодня. Там с базы. Они с базы, стреляют. Они с базы на базу стреляют. Илюха, что у тебя оружия ничего нету, что ли? Есть, 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 я взял. Что там? Пустой? Там гранник, там гранник. Почему там Анзио вроде? Там гранник стрельнул, я услышал. Можно мне Анзио? Я одну литку отдам кому-нибудь. Мне Анзио просто больше нравится. У нас пока нету Анзио. Сейчас выбьем. Отделу времени. Они на черном где-то там. А кот живой или кто у него там метка? Он так и не выходил, это не заходил. Ну и нахуя. Грани как кто-то. На БМ. Там еще и химзуды закинул, да? Я не. Да заебай мян. Да заезжай мянкуа. Я теперь официально знаю китайский. Они матерей оскорбляют на своем китайском, я так скажу. Вон, woman там что-то написали. И это не рофл, это так и есть. И это гранатометчик, гребаный, сука. Это наш. Я сам подумал сначала то, что это не наш. Ты по кому стреляешь? Дом черный трейдер. Химза прям, вот она. На метке. На черном? Она не в черном, она даже не долетела в черного. А вот она лежит. Ну теперь с этого входа не сможем запушить. Или сможем. Сможете. Я может верт, пацаны, 1085. По мне, срмача. Это я, вот. Это не армач.
Есть тип в черном. Нет, отсюда есть. Тихо, блядь, есть тип в черном. Это бегают. Ладно. Мы разгоняли же? Да. Ну, химзу покидали, молодцы, блядь. Ты вообще дурак, блядь. Вот, тут типа Мосинка, ебать, Ганов здесь, пиздец. Кто это стрелял с Мосинки? Моя С-50. Оставьте, пожалуйста, читак этот, армовский. Я там еще лежит. Тут у меня теперь и бар, это С-50. Ну, будто бы это советить. Да ты видел, что у меня тут еще один бар отгушенный. Входы заблокируй. Мягким забочь. А не надо блокировать. Я иду в черный. Кто с граника стреляет? Наш. Да это все наш. Еще С-50, армалайт, Анзю. Зачем ты туда стреляешь, Вова? Я попадаю по кому-то. По кому ты не попадаешь? Ты попадаешь по трупу, блядь. Вот мой граник, кстати. Забрал все назад? Да, я С-50 свою же. Пиздец. Юй, ты залутал этот армовский читак? Да. Тут ВССК, вот еще Мосина. Перед главным Хорош. Забрали его? Да, нет. Ты его забрал? Нет. Нет. Я тебе никого не убивал. Нет. Тут вот еще мощник. А есть этот хилка, пацаны? Есть. У кого? У тебя? Да, да. А ты сейчас войс сказал, Киви? Нет, ничего не говорила. Войс кто-то сказал. А где ты его убил, брат? Да это кипарь был. Нет, не кипарь, еще есть один. Вот еще сочный труп. Там еще Цезарь плюсовый. Тут Мосинка. Мосинка, да, Цезарь. Be now with I judge. Дай чуан его. У меня два барата добавилось. Мне хочется китайский язык выучить, чтобы читать, что они пишут. Переводчик вставляй. Так они же не на китайском пишут, а это переводчик, скорее всего, не переведет. Переведет. У них же там, да у них китайский. У них два языка китайских, национальный вот такой. Не, символы есть и... Да, но у них там 6 или сколько там у них языков, блядь. А в школе они вот это учат Будай, Шэн и Дэ. Они с рождения китайский знают, блядь. Как ты русский, блядь. По мне стреляли сзади. И по мне стреляли, я стрелял. Бля, кажется, у нас верт есть, пацаны, или нету? Нет, нет его ганера. Нет, 400 тысяч, блядь. Типа 400 тысяч? Кто войс говорил? Алло. Ух, ебать, задело. На, ебать, ты выебался.
Он сам хуярит себе. Нет, ебать. Все нахуй. Админ, убей меня, пж. А, Цезарь тут уничтоженный. Тебе. Да-да. Дай, пожалуйста, мне чита кармовский. Патронов нету, на дам. А, ну. Ну давай. На. Спасибо. Так, какие? 408-е? О, деньги есть. 400 тысяч у меня есть. Скинь, пожалуйста, я пойду это куплю патроны. Кому? Кого тут? Тут Химза, куда ты побежишь, блядь, долбоёб? Там Химза? Конечно! Спасибо. Да нормально, ща закуплюсь. Купишь пресс, если сможешь. Ну пробегай фаст. Да ты заболеешь и умрёшь, боже, ну что? Нет, я уже, я не заболел. Бля, холс, я тебе говорю. Да вы неадекватные. Я заходит! Они еще Химзы закинули. Я чуть не умер. Бля, я вообще не попадал, прикинь. Кто это был? Че за гладиатор в соло зашел, ебать? Это не наш стреляли? Наш. Пиздец, мухомор, бля, как инвалид двигается. Дайте муки. Блять, хил. А нет хила. Блять. Шаришь, я вернул свое S50 и свой граник, ебать. Всего, подсажить не надо, просто раз. Не, это просто, ну, охуенно. Я плюс еще бароды надымал. Да. Пойдет. Казалось. Она отошел. Дай мне свой рюкзак, блядь. Моба, Адидасович. А продайте что-то и купите силу. Тут вот еще барот, ебать. Можно баротку себе взять? Можно пойти, знаешь куда, блядь. Вот, че, Химза отошла, теперь. Пацаны. О. Да, идите шприцов купите. Тут вот шприцы есть, вот в трупах шприцы. Я армалитку занес внутрь. Это слана здесь труп. Я думаю, нам надо пойти, ну, засейвить как бы это. Да так, надо, на читак какие там идут? 408. Universal Rounds там, блядь. Арма. Читак. Я понимаю. Читак раунд спешл. Сто восемь читак. Купи, пожалуйста, я тебе деньги скину. Боже, блядь. Давай. Я тебе скину. Берешь? Да. О, спасибо большое. Вот он с соплями давится, блядь. Можешь реально, блять, ну не надо нахуй. Ты можешь штаны взять? Или сумку, хуй его знает. Чё надо? Сумку либо штаны. Так вот штаны. Ты по мне шот прилетел. Вот штаны. Со стройки. На стройке тип. Шалби. Сам только не умри. Осторожней. На стройке бегают? Ну по мне со стройки стреляют. Вижу, на фугасе двое. Шел бью. На машинку надо перекатать? Нет, точку стреляет. Шел бью. Я почти не знал, я бы убил.
Мне что дали издалека? Где типы? Фокус. Там два типа вроде. Да ты уже это понял. Ой. Адидас, подсадишь, если получится? Ну, скорее всего, нет. Два человека, ну, ладно. Кого ты видел? Ну, я просто пристрелил. Пойдемте, вынесем нахуй. Тут реально выносить надо отсюда. У кого еще данные с трупов есть? У меня Барретт еще. У меня еще Барретт и С-50 моя. Нет, я спрашиваю, у тебя только вот нормальный ган. Ну да, у меня Мосина, С-50 и армавет. И давай пушку сюда, дай тут сюда. Тут очень много ганов. Сюда, дай, сюда, дай. У нас типа в упоре нет? По кому? По кому с Мосиной? По кому? У нас сермозай, блядь, сметанку попарил. Пошли. Да ну вот там где-то. Он опять в кусте сейчас будет сидеть. Вам сейчас будет играть. Чего газа будут стрелять? Что, выходим с черного? Замаган скидывать. Тут выходит. Пусть двое выходит, пусть двое выходит. Ну ладно, я захожу так. Направо дай, право дай, право дай. Пугай человеку, чтоб не убили. По нам. По вам шоту, да? Откуда, с кулгаза? Хуй знает. Нет, на кулгазе никого не вижу. Так, с стороны сермозая, понял. Ну это я вот так. Мне кажется, он чуть правее. Чтоб испугался. Да давай чё, а по мне. Чокай. А, диспа, диспа, диспа. Диспа? Сейчас понял. Чтоб продала диспа. Меня убил он. 400 метров. Да я видел его. Где он был? На диске, а пока на самом крыше. Ну не АФК, ладно. На самом крыше он. Кто? Наш? Наш, наш. Все. На внутри. Хорош. Еще. Метку можно на него? Че, ты у меня бегаешь? А у Оли здесь. Че, до базы побежу? Я не знаю, как взять лучше. Пошли до базы. Самый надежный. У меня 4-3 километра заспавнил. Ты в запрудном резнулся, потому что. Я не в запрудном, я в Авилово. Ты в запрудном сейчас. Я нажал Авилово. Мисклик у тебя, значит. Вот он мой вертолет, кстати, слышишь? Будто бы он может нам пригодиться. Ну, вытащишь его? Ну да. На, слышишь? Чё? На, ганы забери. Пересаживайся на сиденье вот тут. Так, по КПшка есть. Я его попробую вытащить, если чё за тобой. А ножи его могут стать разлутать, это фигово.
по 6 патронов на Мосинку. Алло. У Ильи на Мосинку есть патроны. Ага. А зачем? Хорошо, сейчас дай мне 5 минут, пожалуйста. А? Окей. Ты в Рапторе поедешь? Угу. Я вытащил его. Значит, давай на черном. Нет. Не, отойти надо будет сейчас. Мы только вдвоем или втроем? Четверо у нас. А че у нас за над базой за синий огонек? Это от Сани. Самки появились. Ты не видел? Нет. Пиздец. И музыка, блядь, вся новогодняя просто так играет, да, ибо? Не, я не слышал, даже не обращал. Я в шоке. Я, короче, в гараж поставил, не в базу, а в гараж. Верь. Это я. Ты сюда хочешь залететь, на черный? По себе? Сейчас я приду. Нормально там кентов, короче. Вот в лесочек, помните, который мы пробегали возле свалки, где техника? Ну, развалина. Понял. Нифига себе. Есть хилка. Хила есть у кого-то? Есть? Не-не-не, смотри по трупам, может, кого. Не, смотрел наш верхчик. А, верхчик наш. Ты хилки не перелетай. Все равно белая, но все равно нужна хилочка. Может, по КП продать 300 и купить хилку. А руинину не покупай, а можно продавать? Да. Мне ничего. Как и село стоит? 50к. Че? О, я броники продам. Броник? Боже. Я забыл, что там. Нет денег. Что можно еще продать? О, гиль. 700. По идее, 50 мне надо. Хороший кивик. Ты бегаешь кивик? Кепку убил или топика? В Эгороде был, с ганами. Надо его разлутать. Охуенный вертолет. Ой, блядь. 19. Нет денег, нужно, ебать. Еще кивик.
Бабки есть? 25к. Давай, у меня как раз хавчит. 19 и 25к. Все? Да. Ща еще им 300 продам. Во мне шотят. Из кулгаза. Ша-ша-ша, черпи, я вдруг. Все купил. Две хилки. Где кивик? Давай, метку. Я готов. Фугас? Снизу на первом этаже, где это сарайчик. Откуда? Сейчас стройка, походу. Со стройки, да? Не, на стройку меня видно не было. Да, не знаю. Правее чуть-чуть было. Да, правее. С руин там вот где-то, наверное. Тихо. На мне. Айм Даник. Прям на мне бегает. Он либо у вышки, либо уже ушел от вышки. Тихо. Вышки, по-моему. Помогите, пожалуйста. Кто-нибудь. Что? Поезжу. Да, вышки, вышки. У нас еще. С двух сторон зашли. Да, один из богатый. Видишь? Богач так. Еще вот. Один. Помогите. Молодец. Машинка. Багатка. Есть багатка. Что вы всех отстреляли? А, ты там один остался? Да, да, да. Бегите ко мне, кто-нибудь, я гандам. Нужно вышку запушить, я не могу от нее отойти. Кто говорит? АМД. У меня два гана есть. С девелками запушим нормально вдвоем. Давай, давай. Я бегу. Привет. Ну, полтора км. Здорово, Маратик. Ну, никуда не выйдет. У меня машинку взял. Какую вышку ты запушишь, хочешь? Вот на АМД беги. Ну, метку кинь мне. Да я прям на ней стою. Какую метку? Метку дал. Ванилку, а чё там? Бля? А там тип, я не могу уйти отсюда. Тебя целят? Нет, я просто если я выйду, он меня убьет по-любому из окна. Убил. Спасибо. Бегите ко мне, у меня тип. На каком этаже? Не на каком, он на улице. А вот на этом. Я не с тобой. Он прям хуловый был, нормально. Толпа не смогли меня запушить. Сейчас смогут. Ну бегите, мне нужна помощь. Я бегу. Да, патроны у меня, если что. У тебя, да, типа? Да, 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 да. А у него там толпа прям сала. Не, у меня ничего, у меня один. Я всех раскидал. Еще один. Всех ты раскидал, у тебя на входе 4 человека. Еще 4? Да. Патронов не хватит.
Тихо, на мне. А, можно откат? У тебя пробил. Ну, откат можно, как бы не увидел? Блять, ты ебать, там уже троих положил, какой откат тебе? Не, я хочу откат. По мне шелкает. У меня один патрон остался. Меня убили. Блять, да ну я рот ебал, честно говоря, блять. Да не, у меня патроны закончились. Блять, ладно, я мосинку ебал, светик. Ну, блять, ну это смешно, нахуй. На СЗ там файтится, блять. Дебилы сидят на кулгазе, блять. Другие дебилы, блять, просто нахуй ошиваются на диспе. Третьи дебилы, блять, идут пушить, хуй пойми, что происходит вообще. Надо было не пикать, а просто сидеть, ждать, когда тебя пушат. Откат показывал. Мне откат не хочет показывать. Мне на Атлант. Шопа файтился немного. И обратно зайду. Сколько я киллов додал? Да гляну. Какие тебя на черном ебали? Угу. Не понял, я что, 2 килограмма? Кстати, хочу, я сейчас пойду отвечу, что он пишет 7 за... Еще 2 килограмма, не понял. Зараза, мне мосинку зарейнили. Я с них выбью эту мосинку обратно. Тип бежит к вам. Там есть тоже вы еще? Нету. Там другие типы. А Киви вышел, что ли? Он посадил. Отошел. А. Но все не смогли мы отбить. Зато я смог двоих отбить, и все. Конечно, не смогли, блядь, там ебанатов нахуй больше, чем на планете Земля существует. Это кому-то китайцы, здесь вчером забежали. Я каждого раскидал. А что здесь дети? Ну такой агрессивный. Я каждого раскидал. Ну почти. Три человека. Почему тебе что? Я их всех раскидаю, я их раскидаю. Что такое агрессивный? Не знаю. Блять, пацану 8 лет, дай повыебаться, ебать. Да я шучу просто. Я это... Повыебаться. Ему ничего не говорю. Без нажима. Так.
Блин, тип просто сидит, пингует. Ну не сидит, бежит и пингует. Подожди, Маратка, мне, блядь, сейчас я подбегу, нахуй, вдвоем пойдем. Можно выбить просто, блядь, меня в спину, ебан какой-то листой забрал. Тивари норм? Такой себе, говно. Понял. Ну вот, калаш. Калаш уже нормально. 75 патроник. Теперь дайте звук. Чего меня убили? Сармала, это 552 метра. Мне... Да ну... Я просто забегаю, меня прострелом убивают. Еще и вылетело. О, блять. Сука, на Кагазе там сидит, блять, ебан. Блин, надо не идти кто-то. Чё, Маратка, я 400 метров. Подожди, на мне тип. У меня случайно не этот ебанат убил. А, так этот дебил меня и убил, слышишь, он скорее всего с Мосинкой сейчас. Нет. Мосинка на черном рынке, он сам 249. Он гранником закидывает.
Че, грязь пойдем делать? Попытаемся. Там еще сэр Мазай тот же самый, который сейчас в елке 100% сидит. Он тут типа выбивал с елки. Ну там один в елке сидит, другой на Кагазе, блять. Где-то, блять. С аллигатором все. Комбо. Кайфуем, пацаны. Блин, сейчас вот побежим же, вон же, с Лугаза начнет по нам пулить. Он как депутаты. Хорош, малой. Ну, с меня забрали Мосинку. Бля, сейчас погоди, слышишь? Не убегай. Ну, быстрее давай, мы что-то в поле. Я понимаю, бро. Я просто прицел позицию. Блять, я выстрелился еще. Молоко. А ты где шот? На черном. Желтка выбежал. Нет, вот он. Выбежал. Желтка и на черном. О, Мосино выбил. Пошли сразу туда. Ай. Слышу, типа. Я пробегаю. Ай, там тип сразу слева. Ой! Ебать, их там выбежало! Убили тебя? Ну я троих убил, блять, их еще трое выбежало. Я прям, причем они прям понял, толпой выбежали. Ладно, по одному, они прям толпой нахуй выкатились просто. Я охуел. Я захожу первого шота, второго, третьего. И вот слышу вот этот зажим с черного. И вижу просто три ебальника передо мной появляются. Лес. Ну, мы можем сейчас... Че говоришь? Одни остались. Ну их трое осталось, я думаю, ну они... Нет, мы не, мы одни остались. А, да пух. Пошли-то надо, сбегаем туда кепками, если умрем, наверное, возьмем. А я тоже думаю. Че у нас тут малой остался, малой там? Я еще с вами. А ты кто? АСД, АСД, АСД. А это кто? ПВНЗ. Не, я не в игре. Понял. Я на дыме чуть-чуть поиграю к вам. Смысл бегать одному? Ну не одному, когда типа и 10 у нас. Мой. А? Чё, брат ваш? Ой, брат, брат твой, это, обиделся на нас? Он спит. Спит? По полю бежит full open. Он в школу ходит? Ну, у нас каникулы. Новый год. С Новым годом. Спасибо, тебя тоже. Только будет правильно сказать, с прошедшим. Ну, мне Новый год. Так-то если их выбить, там пиздец по Жагану забирать. Там армач, мосин, две мосинки там. В этот есть граника 2. Ой, один. А мне с чего вообще хит дали? Я просто сразу выбегаю, забегаюсь. Тебя с армача вроде же. А, этого, да, с этого. С Кугаза убили. Да, 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 сука, пидор там сидит, ебать. Стволов вообще нету у них. Там еще с БМ оттягивался на стройку вроде, чел. Не удивлен, сэр Мазай. Для него дефолт за 500 метров. Время идет, сэр Мазай, блядь. Не стареет. Ставь ботинки обратно. На, перед нами. Опа, на кепку, давай на кепочку нападем.
разворачивайся. Пока я тебе пятки не проскрежу. Еще одна. Ручьё, блядь, слабое, да. Чё, вы толпой только что-то ходите, слабаки ебучие? Слышь, он хочет, чтобы мы друг... Ой. Там я шаттл. Джон, и меня тоже. Барт. Ага, ты шлюх. Фига он зажимать начал. Так неинтересно, пошли на выбор. Пошли на выбор. Залетай к нам сразу. Ну, я правда, что ты КМС по боксу? Не, малой. Малой, ты не слышишь его. Он просто чепух. Ну я же верю, ты же это, блатной, да, у нас? КМС по боксу, да, или нет? Это ты? Вот нокаут, типа, за 10 миллисекунд уложил. 6000 молчание, знак согласия. Крайне согласен, да. Малой, а правда, что тебя потом это... Вот первый раунд ты вот, типа, уложил в нокаут, а второй раунд это... Тебя потом он тебе дал как плюху, тебя потом руками откачивали. Нет? Слухи это все, да? Понятно. За что дрался? Туалет. За пачку кириешек. За пачку гента, бля, пачка. Не видел, говоришь? Не, дрался за багатку. Я помню, мы когда, короче, в Лыве были, кенту на хату пришли, блядь, и помните. И, короче, кента батя курил. У него в толкане, блядь, закрытая пачка за покупку. Мы, короче... Что-то, блядь, понятно. У него шавиду. Всё в полном, короче. Вот, и мы к нему пришли, и, короче, блядь, эту пачку распаковали. Забрали оттуда, блядь, 5 сигаретов. Разложили так, чтобы не заметно. И клеем ПВА её склеили. Я их клала вместе. Ну чё, нахуй, приходит отец его, нахуй. Я вот только сообщение вижу, блядь. Долбоёб, нахуй, не пизда, блядь, меня на улицу не выпустил, нахуй, не лезет, не сидеть, блядь, летом, нахуй. Первый бам, второй бам. Симпл, я пошёл, нахуй. Сегодня два. Никогда не уролог. Бля, против попуска всё, ну, пахнет. Приятно, не комфортно. Кайф души. Так, ну тогда я буду супер-пупер гелёй. Вкус жестко сядешь. Да, не, вкус жестко садится, это надо с бара там был шоу. Только я не люблю, я потому что это скучно. Алкогольный, да. Коктейль все-таки пил. Когда пил? Новый год. Давай этого дождемся нашего. Да, втроем сразу залетим, чего, давай лучше дождемся. А вон там алкоголь есть, умоляем, даже ничего не было. Мне маска нужна, забиваю. Давай найдем. Куда я положить? Сидит, у противогаз двери. Да, надо найти. Давай. Ну-ка покажися. А, Лёшка, да ты забивной. Малого, пример, безумно. Малой у нас авторитет. Не, я бы встретил малого бы в жизни реально. Я бы ноги с руками затрясли, я бы себя бы сам в кому бы положил. Мы сейчас на холодильник забьем. Потек, ой.
Мой. А к тебе когда это... Батёк подходит. Не боится тебя? Думаешь, он тебе плюху даст? С разворота просто, бля, понял. Бок прилетает такая. Зубы чистые. Кот уже ест. О, ты в каком классе? Понял. Смотри. Пятый В сам из. Где? Хлопнешь, она сломается. На хлопне она сломается. Иди нахрен. В химзу теперь смело залетать. Зато легкие не запоганишь. Откуда у нас тут орех появился? Орех? Чё? Кто? Знаю. От ёлки это. Дымок. У нас вообще появляются какие-то, блядь, левые кинты. Ну, некоторых я добавляю. У нас что-то люди... О. Чуть-чуть поактивят и уйдут. Так что тут кикать скоро будем. Вообще сидит. Я там посмотрел, кстати, я что-то вообще не понял. Ну-ка, я вообще что делаю? Там по-любому нет СКД. Ты на 12-й случай, я на 18-й. У меня 200, ну короче, 280, 160. Алло. Да. Чё вы там? Марат, пиздец, уперся в забор. А, слышишь, Холс? Откуда у нас орех появился? Он в войсе с нами сидит. Какой орех? У котика спусти. Какой опех? Да. Так это я его пригласил. Че, не надо было? Кого ты вообще инвайтишь? Блатных. Ну и понятно. Блатного-то КД какой, но... Ты не знаю. Или... Или один от КД. Я понял, Блад, братан. Все, все, все. Варга, блядь, разборки начал. В следующий раз не будет такого. Кто запомнит, это пиздец, ебучку тебя разорвет. Масланный, блядь. Бам одного, да. Свойся. Блядь, я же не хочу, чтобы бар это убрали, я бы не представляю. Я бы малому бы отдал, если честно. Ну, там отдался, именно отдал там машинку игрушечную. Или ножик в стандов 2. Женя. Что вам надо? Тебя малой зовет. Возьми и сделай. Так зелень одним не сделал. Нет, берешь свой луз базы и идешь строить. Кстати, а что у нас, кстати, тут дополнительная постройка на базе появилась? Что он там делает? Это гараж. Гараж. Понял, принял. Что-то не нравится? Да не, нравится. А мины на РТ юзать можно? Да. Мины можно. Знаешь, что я хочу сделать? Это... Клейморов наставить на первую дверь. Может, это... Не, вообще, знаешь, какую тему можем сделать? Короче, рюкзаков купить огромную, просто... кинуть рюкзак и в текстуру рюкзака нахуй бить поставить. И они типа от угла будут, и тут бам-бам. Почему ты с ним не
А может варик сделаем, типа машин семерок понакупим много, это, и чтоб на них кататься. До СЗ быстро доехать. Да будто бы можно, ну, БТР конвертировать. Не, БТР не надо конвертировать. Это наш акула стоит? Спроси у нее. Плюс 3 барата. Уже не наш. Не стресс, я сейчас ее разблокаю, и тогда он такой. Ну похуй. Нет, ты не петушара тупая. Да не, у нас такой акулы не было черного, у нас была другая. У нас была серая акула. Вы мне объясните, почему чурки это не негры? Блядь, чел. А, стрим, да. Негры черными называют, а не негры. Ну, потому что они похожи на черных. Ну, потому что чурки похожи на чурок, блядь. Логично. Так чурки это черные, чурки чурками не бывают. Ой, тут малой. Че, в черное летим? Тебе домой летим. Да ты смешной малой, я бы, ну, налетел бы тебе в челюсть. Ногами. Не смешной. Ты дурак, нахер такое ты говоришь? Ты сейчас папа подойдет, и по затыльника въебет нахуй, улетишь, блин. Давай один на один. У тебя малой один на один. Один на один на баротах, слышь, говорит малой. Пиздец, давай. Я тебя сейчас нахуй вынесу, блядь, на другую жизнь, блядь. Перерождаться будешь. Не надо. Вот все, блядь. Страха нет. Батя спит. Страха нет, блядь. Ну, проснулся, но сейчас я ему скажу, что ты хуйней страдаешь. Скажу. Бля, ну слушай. Чё? Твоих они залакомили всё, абсолютно. Ой, я маску нашёл. Кустовая тварь какая. Ты, да. Блять, закрой свой пиздак, пока эти череп не разломил, ты блядский. Че на зоне был кустовой? Ебал пиздеть уже. Алло, пиво, на малом, скажи своему брату, чтобы он нахуй вышел из гильдиков дух. Че ты его брату долбаешь? Потому что два долбоеба. Что одно, что другое. Ну так кто сейчас говорит? Ой, пошли. Грязючку. Ой, еще и слив. Ой, вообще грязючку. Ой, ППШ. Арменка. Пусть не втыкает, мол. Я, кстати, чуть тебя не убил. Пиздец, у мужика тут логи в кармане. Сам на кипи шел. Золотой чай так. А что с аллигатором делать? Продать и купить мне фугасок. Продать и купить мне фугасок. Давай его он читак золотой. Тихо. Это петух, блядь. Чапа. Да. Пацаны на желтке, пацаны на желтке ходят. Официально наш ран самый богатый полутур. Официально. Где еще раз? На желтке типа и ходят еще. Да, 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 на желтке есть. Че, пошли? Один вроде. Где он? На втором вроде. Тут же подсадка нельзя никак. Пошлите, залетим туда к нему. За мной прям.
Ну, вообще-то это я сижу. А, ну ладно, меня уже убили. Да, бро. Зачем я отключил микрофон и не успел его включить, меня уже убили. Обидно, досадно. К сожалению, все идет на продажу. Эй, а мне один ган отставь. Я тебе могу фугаску оставить в трупе и взорвать нахуй. О, граник. Чё там, кому фугаски нужны? Да я вам бегу один и два к мой. Мне нужны. Сколько тебе их надо? 12. Я купил, короче, 4 строки на все деньги. Это краник или хаешка, я не понимаю. Потому что я так решил. Ой, у меня тут Little Bird валяется. Поле там? Ну, возле елок. People Bird? А я-то думаю, куда у нас все вертолеты улетают? Тут с выбора ДСЗ бежать нечего. Ну, на звери пешком бегали. Тут на верте долететь. Опять, блядь, с ангаров стреляет долбоёб. А почему пуля в меня прилетела, а не в этого долбоёба, блядь? У меня не регает по нему. Я 4 раза в него выстрелил, блять, ровно. Это шедевр, братик. Пиздец, братик. А где он? Где он был, блять, алло? На ангаре сидел. Когда на попе хоть раз мазок, но мазок хоть раз брал на попе. Ответ убил. О да. Нет, я чувствую, пора продолжить играть в склад. Я сейчас, если сдохну, пойду ивент делать. Ура! Я подумаю. Как ты вовремя это решил? Ну я ж это ходил, блядь, чё мне нахуй делать, блядь? Если он не пойдёт в склад, то я забыл.
А кто у нас Армалайн тут на крыше умер? О, раб, нас, слези, на. Первая пулганская. У меня тут чел бегает. С бардами говно. Тебе кидаю, видишь? Давай, кидай. Ты перекинул, долбоёб. Вода отменяется. Ну ты бездарь, блядь. Тебя убили? Нет, меня вот сейчас меня убьют, блядь. Да не ты. Человек, который мне фугаски кидает, ебать. Слушай, половина уже против фугаски кидает. Ва-ва-ва-ва-ва-ва, блядь, не заикайся в интернете, блядь. На нахуй. Попал. Попал? Да. А, вижу, подстройка бегает. Убил. Тебе еще надо этих фугасок? Я бы починку на грани. Братан, их здесь нету. А купи, продай, что там здесь есть. А здесь что, их добавили? Нет. Малай просто, блядь, дуб долбится. А че, кто? Пусть заходит, отходите, я принимаю его с граника, блядь. Пусть заходит, блядь, сейчас он будет нахуй. Хорош. Хорошо. Где ты его убил? Вон там. Аллигатор возьми этот. Продайте, чтобы 10 аллигаторов, армалайтов. Купите мне новый этот граник. Да. А, граник тебе купить? Новый, да. О. Опа, видел. Убил нахуй. Не твой уровень, дорогой, блядь. Мне нужен новый граник, парни. А чё, X 500 тысяч стоит начал? Он золотой. Ну, золотой. Да. А ты что думал? Может 700 тысяч стоил? Нет. А их столько никогда не стоил. 600 тысяч уже есть. Тебе однозарядный, да? Нет, 6. Знаете, кому-то деньги, я не знаю, я их, короче, на первом этаже скинул. Понемножку туда скидывать, блин. Знаете, я фугаски, я тебе купил заранее, блин. В штаны какие-нибудь закинь, просто в штаны. И сюда наверх. Хорошо. Знаете, вот армалайт еще продайте. И где они? А. Закинул. Все, вижу. Ты взял это Apex? Да. Угу. Продавайтесь и копите у меня на грани. Не, просто чинилку проще купи, да и все. Да нельзя здесь купить чинилку, блядь. Уже 800 тысяч. Ты умер, нет? Пока нет. Ох, нихуя себе, тут 20-ок, ебать, в тебе. 20-ки вам, да? Ну, тут их строчка, тут с этого,
Степа выбил. Когда запись работает, блядь, дурак? Знаете, вам, короче, штаны с двадцатками полетели, мы. Давай, давай. Кому еще двадцатки нужны? Опа, виден долбоеба. Блядь, мне его отсюда не видно. Где он? В этом, блядь. В диспе вот это окошечко, понял, длинное. При подъемах. О, еще Икс нашел с Ормалайтом. Шел где? Сейчас я желдок проутал. Он справа стоит прям с Ормалайтом. Пацаны, принимайте АИКС. Тяни, сейчас скинул только. Ох, нихуя себе. Пацаны, нате, я скидываю АИКС с этим. На, скинь. Я пошел. Продайте АИКС. Че, бабки, сколько бабок мне есть? 800 уже есть. У меня 80. Ты туда скидываешь, да? За угол? Вот я скидываю, ты чё, не видишь? Не-не-не, деньги туда. На первом деньги этаже. На первом этаже под лестницей. Промывать продать? Ай, откуда? Армалайт, АИКС. Я стрелял в типа, по которому диспе сидит. Брат, а ты где умер? Ну, за черным, снаружи. Понял. Сколько бабок? Потому что у нас лет, у него 2000 часов. План берем. Ник две точки. Ну, у меня почти лям. Штаны, блять, я не понял, где нахуй. Откуда? Меня где-то с палаток убили. Зашел. Блять, меня ёбнули. Били. Но меня сзади убили. Да, тебя в спину убили. С другого входа зашел чел.
Ты там один. Марат же должен подбегать. Умер. Хорош. Меня сутали. Угу. Угу. Это геварик и сука. А, ну, вот он дебил, тут меня все сутал. Здорово. Так, я трупаки ваши не разлутываю. Че вы за синенькой бегаете? Здорово. Нет. Блять, смысл. Блять. Ладно. Сука. А почему ты больше не Раф? С ВГРами-то. С ВГРами также. Нет, нет. Да просто вот все нас пагом зарейтили. Свои же вроде. 715-й, я не помню. Чё, блять, нас три человека. Что 3 ляма есть. К вам чел, лысый забегает к вам. Через главный. Хорош. У нас СЗ? Блять, меня бегал. Сейчас подожди, где он тут торгует с оружием? На. Ой, извините. Я не знал, что у негров. Деньги опять под лестницей так же лежат. А ты с меня забрал? Там Цезарь лежал и патрон в двадцатке с деньгами. А деньги забрал, снова не раскинул. Угу. Ну еще вот этот трубок разлетал. А чё, Киви типа с вами в клане? А, ой, бля. Да ты,
винт, блядь, сделаю уже, блядь, пока. Пока он на это. Уебите его кто-нибудь из наших. Давай зайду, блядь. Заебал, блядь, сейчас онлайн опять пор. Ну, мужик, сейчас опять онлайн упадет, и ты будешь говорить, бля, онлайна нет. С охраной? Кто ноет? Да я ящики копать пойду. О, да, с охраной. С охраной. Без охраны ящики просто. Лопаты раскидаем в ящик. Не, с охраной. С охраной. Ура. Блин, не помню, две точки это тебе патики дать? Да, сейчас зайду. Угу. Так ты же сказал, что завтра зайдешь. Да не, я... Блять, что это? Ну, передумал, да, я просто в раз хотел пойти. Ну, я раз купил, блин, летом. 7 часов наиграл, там... Костер сделал, меня кабан убил, я все ударил. Ну, я также зашел, как бы, сейчас мне ёбнули сразу, я не знаю. Тоже раз есть. Ну... Что там 715 еще есть на этом сервере? Не, некоторая часть осталась. Точно. Покажу. Лежит вот в эту часть. Нет. Главный вход дал метку, где сейчас к вам тип зайдет. Слева. Где заспаунится? Вавилова заспаунится. Еще аллигатор на продаже. Кстати, ваш Апекс, а твой трупак не слутывал, он там лежит. Потом, чей еще не слутывал? Да, и всех наших не слутывал. Все, киньте мне патя. Две палочки, сейчас. Не вышел с пати, или тебе уже кинули? Не кинули, но... А, вот все. Так, у нас уже... 800 и... 900 даже. Закидывай. На Apex. Продай КСВК. Метку дал. Сейчас рыбак пропадет, я его заберу. Я кинул, и у меня... О, линкса. Опа, бежит. Это я бегу. Я бегу. Раф, свазь, возьми деньги. На, это... А, у тебя там есть. Вон, если что, тут граник возьмешь, это... Ой, не граник, это броник. Метку дал тебе. Я еще ган на продажу несу. А ты куда деньги всосал, слышишь, мол, Апекс? Я дал рапу. Зачем? Что ты хочешь с ними сделать? Ну, они же безобидны.
меня? Лям 300 я забрал. Еще. Сколько тут? У нас уже 2 ляма. Знаете, кому давать деньги? Под лестницу скидывай. Под лестницей тут лежит. Вот, я 37 тысяч сейчас скину. Тихо. А, нет. А меня не заденет? Возле нас щелчки идут. Да. Типа, значит, сейчас будут. Есть ганы какие-то? Ну, давай сейчас деньги потратим. Что, кому-то еще броник нужен? Давай возьми тоже. Так, два броника, значит, покупаю. Угу. Так, броня второго тира. Угу. Два броника купил. На, кому там? Потом сколько? Шесть фулгасок. Ну это по стакам или просто 6 гранатик? Так. Угу. Так, на тебе. Потом броник. Броник я под лестницу скинул. А. Сейчас это подойдет. Ну я знаю, он мы ему скинем. Окей, Армалан. Понял. Так, 20 куплю чуть-чуть и пока покажем по хилке. Простреливать? Меня прошить пытались. Да. Так, на сюда тебе. Пули. На тебе инъекцию. На тебе инъекцию. На тебе инъекцию. Ну, возьми еще одну. Спасибо. Все, пошлите. Ебать, левик валяется в машине. Кагаз фигуч, застройка. Ну чё там, ивент? А, ебать, найс, в ногу попал. Тебя въебали? Олух, блять.